Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюн найден мертвым в Сеуле. Его тело нашли в машине. Как пишет The Guardian, искать актера начали после того, как его жена обнаружила предсмертную записку. Известно, что южнокорейский артист находился под следствием. Его подозревали в употреблении наркотиков. Ли трижды допрашивала полиция, в том числе в течение 19 часов минувшие выходные. 48-летний актер сказал, что его обманом заставила принять запрещенные вещества хозяйка бара, которая затем пыталась его шантажировать. Напомню, в Южной Корее очень жесткие законы о наркотиках. Они предусматривают наказание до 14 лет тюрьмы.